Ладно, я сейчас набегаю. Ляж, блядь, ляж, а ты куда ты прыгаешь? Я сижу бухаю, и мне вообще по сторону. А я добил его или не видел? Нет! Это запрос, это приглашение. Ааа, ого. Это типа отмечается, что тебя приглашали. Ой. А какое оно такое? Включите бокала. Ах, похож, он без тебя. No, God! No, God, please! お前はもう死んでいる。Брат. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Пульсо, стреляй! А он не думал, блядь, что я выжил эту. Иди! Что это такое? Посмотри, блядь. Какой ты профессионал. А где оно? Что происходит? Do it! Just do it! А как потом вертушку забрать? Подожди. А что сделать? Подбери меня, я его скину. Подбери меня. Подвези меня к комплекту, короче. Я буду по кадырам. Закладываю взрывчатку. Уезжай. Я сижу бухаю, и мне вообще похуй. Его, по-моему, не очень. Давай, бери первый комплект, потом поменяемся местами. А я могу его скинуть? Не знаю. Постреляй по нему с той стороны, попробуй. Подожди. О, все, отлично. Давай садись. Я хотел тебе его предложить. Надо сюда в 2022 году. Нет, зажми нос. Зажми нос. Постапокалиптическом мире люди истреблены кровожадными человекообразными монстрами, не имеющими названия, но неофициально именуемыми ангелами смерти. Так как появилась после продолжительного метеоритного дождя, о чем говорится в вырезках из газет. Эти монстры совершенно слепы, но отдают обостренным слухам, благодаря которому, услышав жертву, быстро настигают и убивают ее. Я плачу. Но также обладают невероятно прочной и естественной броней, которую не берут ни пули, ни даже взрывы. О чем тоже узнается из газет. Боже мой, я не могу, Кирилл, я сейчас умру. Прочитай теперь. А, подожди. Тихое место тьма. Подожди. Не, подвал. Да не, прыгай. Кирилл, потом. Кирилл, подвал. Я лечу и читаю. Сомнительные события, рассказываем их в первой части, а также ее короткой предыстории. В начале фильма в формате флешбека идет рассказ о первом дне, именуемом в фильме «Тот день». Семья Эббот приезжает на детскую игру в бейсбол. В игру кальмара. Во время игры люди наблюдают внезапное падение метеорита неподалеку. Бушует паника. Наконец, с дочкой и отдельно мать с сыновьями пытаются укрыться от нападения панкоподобных существ. Ой-ой-ой, у вас есть желание как бы помочь? Что там нашел, встретил паукоподобных существ? Да. Мы, я иду трахать, всё, я там решил. Там лодаут упал. Я решил, я трахаю. Всё, поздно, они взяли. Нет, я их трахаю, я уже ебу их просто. Ну вы чего?
покажу вот так. Одного крякнул. Положил. Мусор. Подожди. Я мусор. Тихо, я калаш залутал сначала.